Это ДТП случилось вчера на пересечении улицы Бахарова и первого переулка Нахимова. Дорогу в районе 19 часов не поделили Audi и мотоцикл. При повороте налево водитель немца не уступил двухколесному транспорту, который двигался во встречном направлении. Столкновение было неизбежно. Ехала машина, ехала по прямой, поворачивала на пивзавод. Мотоциклист со стороны пивзавода выезжал. И знаете, что так моментально, что даже было незаметно. Другие очевидцы отмечают, сильный удар был слышен в квартирах жильцов, дома которых как раз и находятся напротив дороги. Свидетели аварии уверяют, мотоциклист сломал ногу. За считанные минуты после ДТП его увезла бригада скорой медицинской помощи. В результате ДТП водителю мотоцикла причинили множественные травмы, с которыми он госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка. Это дорожно-транспортное, к слову, не единственное за неделю. В городе инспекторы зафиксировали 24 аварии. За 7 дней в двух из них пострадали люди. Мария Бересневич, Павел Зуев, Бобруйск 360.